Вот так выглядят тапки после стирки в высушенном виде. Непонятно, почему это белое. Налет какой-то белый. Стирала жидким моющим средством. По идее, никакого налета вообще не должно быть. И вот такие трещины. Неудачная у них отделка. Только сейчас заметила, что еще сбоку начал один тапок отклеиваться. Мало того, что внешний вид неприглядный, еще и отклеиваться начал в подошве. Эти тапки на Вайлдберрис до сих пор есть в продаже. За отзывы стоит у них общая оценка пятерка, хотя много отрицательных. Как раз пишет о том, что отклеивается подошва после месяца носки. Но у меня примерно около 2 месяцев носки, примерно около 2 месяцев носила. Немножко поменьше. Ну, а внешний вид, конечно, это вообще... Не рекомендую эти тапки. Хотя новыми они были очень красивыми.